У нас там или 56 тысяч рублей за 100 долларов. Легко потом пересчитывать. Сейчас 8-10 и так далее. Сейчас в последнее время вроде у вас не было инфляции в последние пару лет. Инфляция постоянно происходит, но она... Так, давайте сюда. Я хочу пройти сквозь зал. Ну, как бы она не высокая, то есть зал курс не меняется пока. Хоть что-то. Дойду. Поменьше.